Нет, я на самом деле не имел возможности прогулить уроки, потому что у меня был индивидуальный план где-то с уже 5 класса, потому что мы серьезно готовились к конкурсам, поэтому я мечтал попасть на уроки, потому что я на уроки просто не ходил. Я ходил в начале года и в конце сдавать. Поэтому огромная радость была, когда меня все-таки пускали на уроки и пообщаться в школе с своими друзьями.